Посмотрев на эти жизнерадостные лица, и не скажешь, что у этих людей могут быть какие-либо проблемы со здоровьем или просто плохое настроение. Они полны энергии и вкуса к жизни. Команды почти всех муниципальных образований Подмосковья, всего около 300 человек, собрались в минувшую пятницу вместе, чтобы принять участие в фестивале скандинавской ходьбы. Традиция таких фестивалей зародилась 2 года назад. Первый состоялся в Мытищах и, наконец, добрался до Ленинского района. Для нашего Ленинского района это очень такое знаковое мероприятие, масштабное. И я очень рада, что сегодня, в такой солнечный, светлый день, мы на земле нашего Ленинского района, в городском поселении Горки Ленинские, принимаем столько народу. Октябрина Ивановна – одна из тех, для кого возраст не помеха. В свои 92 года женщина ведет активный образ жизни, участвует в самодеятельности и, конечно, занимается скандинавской ходьбой. На протяжении 5 лет 3 раза в день пенсионерка проходит по несколько километров. Это мой образ жизни. Стал образ жизни. Скандинавская ходьба – это общедоступный вид спорта, который в последнее время набирает все большую популярность, в особенности у пожилых людей. Он не несет тяжелых физических нагрузок, но в то же время хорошо влияет на здоровье. Этот вид спорта убирает и состояние давления, и состояние сердечной недостаточности. Руки, ноги двигаются более активно. Ну и, конечно, на природе, на воздухе. Вот это самое главное. Человек, который, когда старается заниматься постоянно, у него, всегда сказывается на здоровье. И в любых случаях считаем, что спорт, он дает здоровье человеку. Команда Ленинского района показала один из лучших результатов на фестивале. Оно и не мудрено, ведь на базе дневного пребывания Центра социальной защиты «Вера» действует оздоровительный класс, где пожилые люди могут регулярно заниматься не только скандинавской ходьбой, а также сдавать нормы ГТО. У них, безусловно, возникают определенные сложности, но при этом есть большое желание. Там необходимо зарегистрироваться на сайте, мы оказываем эту помощь, формируем группы и совместно с администрацией Ленинского района в дальнейшем будем формировать группы для сдачи пенсионерам ГТО. После часа ходьбы по территории заповедника пенсионеры в полном составе дошли до финиша. Победила дружба. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.